Упражнение номер 143. Детская игрушка «Надувной язычок». Прототипами здесь могут являться и устройство языка хамелеона, и устройство его хвоста, который может закручиваться в спиральку за счет изменения давления и организации новой другой топологии, и устройство растения папоротник, который на ранней стадии своего развития имеет стебель, закрученный в спиральку, которая потом разворачивается в лист. Прототипы изобретений часто могут находиться в живой природе, и эта область изучения такой научной дисциплины, которая называется бионика, в нашей современной транскрипции бионика, появившаяся примерно в 1960 году, одновременно практически с возникновением ТРИС, интерпретируется как частный случай функционально ориентированного поиска, когда мы решение из одной области заимствуем и переносим в совершенно другую область. Традиционно в этом примере нужно выполнить 4 упражнения. Первое упражнение – определить все приемы. Второе упражнение – написать уравнение функций. Третье упражнение – определить все ресурсы, которые мы использовали для того, чтобы создать это изобретение. И четвертое – определить, какие недостатки были устранены.